Добрый день, друзья! Сегодняшний обзор это будет вот этого прекрасного аксессуара, который у нас появился в каталоге номер 12. Прекрасный шарф. Посмотрите, как замечательно он выглядит, смотрится. Актуальный, трендовый. Новая коллекция осенняя. И как раз самое время обновить свой гардероб, да, дополнить. Что-то кардинально менять не стоит, а вот добавить новый аксессуар в виде шарфика, я считаю, что это может позволить себе абсолютно любая девушка, женщина, без ущерба своему кошельку. Итак, посмотрите, какой красивый шарф. Он, знаете, по ощущениям, он такой мягкий, плотный. И знаете, даже не поверишь, что он из полиэстера сделан, да? Тем более, еще хочу сделать акцент, что у него есть вот такая бирочка на шарфе, я ее отрезала. И видите, нарисована бутылка. Дело в том, что этот шарф изготовлен на 30%, здесь прямо так и написано, из полиэфира, то есть из переработанных пластиковых бутылок. Представляете, компания бережно относится к окружающей среде, и это для нее является основным приоритетом, поэтому у нас аксессуары делаются из переработанных материалов, и это очень здорово, что пластиковые бутылки идут обратно в производство, и получаются вот такие вот прекрасные аксессуары, а они лежат где-то в земле, бутылки, и тысячелетиями они могут разлагаться, то есть переработанный материал. Как я и сказала, что он очень мягкий, красивый, такая теплая осенняя палитра, видите, она размытая слегка, получается трендовая расцветка, абсолютно подходит под любую однотонную вещь, будет сочетаться, можете смело носить, причем видите, здесь такие цвета, что они сочетаются абсолютно с любыми цветами в нашем гардеробе одежды. Большой размер у него, как бы вам показать, сейчас отодвину камеру подальше, чтобы лучше было видно. Ширина у него, 90 сантиметров. Ну и длина у меня в камеру не войдет, потому что у него длина 190 сантиметров. Представляете, какая красота, 190 сантиметров. И он очень такой широкий. По краям у него небольшая бахрома идет. Видите? Небольшая бахрома идет, плотненькая такая ткань, плотная, причем мягкая, тактильно мягкая, действительно, вот прям хочется в него укутаться. Хороший такой вот шарфик, мне очень нравится, оживить может любой образ, да, либо с нудом можно завязать, вот, различные интерпретации, как вам удобно носить. Можете вот так на, ну, более так вот изящнее сделать, его закрутить и поиграть с цветами. Смотрите, как ваше лицо будет оживать от перемещения тех или иных цветов на этом шарфике. Видите, какой более, можете каждый раз менять вот этот цвет, перекручивать, и лицо будет, соответственно, по-другому уже смотреться у вас. Разные варианты ношения этого шарфика. Что самое интересное, мне понравилось в каталоге, что вот он широкий, а его можно накинуть вот так вот на плечи, как палантин он идет. Ну и если свернуть его пополам, вот так пополам, и здесь перевязать поясочком, посмотрите, он будет совсем по-другому уже смотреться, да? То есть вот у меня однотонный свитер, и если добавить, то совсем по-другому смотрится уже весь комплект, то есть он оживает. Не просто так вот кофта, да, однотонная такая вот пыльная роза цвет, а если мы добавим вот этот вот аксессуарчик, то уже совсем по-другому смотрится, играет уже в гардеробе у девушки
уже совсем по-другому выглядит. Смотрите, какой прекрасный шарф. Мне нравятся все шарфики, поэтому я решила сделать обзор по этому шарфику. Мне он очень понравился. Тактильно, он просто прекрасный. К телу, прям вот знаете, так вот он согревает, вот как вся расцветка осенняя, размытая такая осенняя расцветка. Сейчас вот осень, начнется буйство цвета, яркости, за что я люблю осень. А вот эта колористика яркая, когда идешь и восхищаешься, все вот просто горит разной акварелью. Так и этот шарфик точно так же. Посмотрите, все оттеночки. Осенние палитры здесь теплые. Вот такой шарф обязательно, я считаю, его нужно иметь в гардеробе. Я вот себе приобрела его. Я люблю такие шарфы. Повязал на однотонную и все, уже заиграл ансамбль совсем по-другому. Вот такой коротенький обзор был по моему шарфику. Обязательно напишите, кто приобрел себе в каталоге этот прекрасный шарф в осенний такой теплой гамме. Напишите, мне очень интересно, правда, дорогие мои зрители, кто же приобрел себе вот этот шарфик, кому он точно так же поглянулся, как и мне, и какие у вас ощущения от него. Ну, я говорю, мне вот нравится тактильное ощущение, просто прекрасный, мягкий, такой согревающий, теплый шарфик. Все, на сегодня у меня все. Понравился обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, полезные обзоры для вас, когда я с вами делюсь своими впечатлениями, обзорами, своими покупками. До новых встреч, будьте красивыми, прекрасного настроения, пока-пока!